99% населения планеты это люди, которые ищут стабильность. Им нужна финансовая стабильность. Они не хотят нервничать по поводу того, что у них не хватает денег. Они не хотят по этому поводу переживать. Не хотят спокойно жить, вот, спокойно наслаждаться жизнью. И ты в их числе. Но смотри, какая тут ситуация получается. Тут такой замкнутый круг интересный. Вот ты недоволен своей жизнью, потому что ты не зарабатываешь столько, сколько ты хочешь. Ты, например, не можешь реализоваться или купить себе или обеспечить какие-то определенные блага, да? Вот. И ты недоволен этим. У тебя возникает такие внутренние состояния, знаешь, чувство недовольства жизнью. То есть ты как бы тревожишься, потому что ты иногда не можешь что-то себе позволить. Или ты не уверен в завтрашнем дне. Или ты там депрессуешь по этому поводу, что ты делаешь, у тебя там не получается. Почему это происходит? Потому что с детства родители тебе наставили блоков и ограничений, которые сейчас в твоей жизни проявляются. Ты хочешь признавай, а хочешь не признавай, хочешь верь, хочешь не верь. Мне вообще все равно. Я знаю, как это работает и как это влияет на твою жизнь. Так вот, тебя в детстве пиздили, тебя в детстве чмырили. Вот, родители там твои бухали, блядь. Ты был предоставлен сам себе, никто тобой не занимался, всем было как бы похуй на тебя, ну, живешь и живешь. Еще неизвестно, как ты родился, планировали тебя, не планировали, или ты получился так, чисто случайно, просто по залету. Вот, и решили как бы тебя оставить, ну, водоноса сделать, чтобы кружку воды как бы принес там. Вот это тоже играет очень большую роль и очень важно. И вот смотри, ты недоволен жизнью, потому что ты не зарабатываешь, либо не можешь реализоваться, либо для тебя что-то не устраивает. И это у тебя вызывает определенные состояния в жизни, да? Вот. А эти состояния влияют на тебя, на твою жизнь, может быть, даже на твое здоровье. Потому что иногда бывает так, что эти состояния заходят настолько глубоко, что люди аж начинают антидепрессанты принимать, что, кстати, тоже, в принципе, помогает, но не так, как должно помогать. Помогает на время, и побочные эффекты просто уничтожают твой организм. Ну да ладно. Антидепрессанты – это выбор каждого. Хочешь – пьешь, хочешь – не пьешь. Так вот, когда ты находишься в этих состояниях, ты не можешь концентрироваться, ты не можешь нормально работать, ты не можешь нормально функционировать, коммуницировать с людьми. А блоки и ограничения, они еще усугубляют, добавляют тебе вот этих вот состояний, и ты просто, ну, не можешь сделать то, что ты хочешь. Или даже бывает так, что вот эти блоки и ограничения, они тебе просто ампутируют даже твои желания, то есть ты не можешь даже хотеть. И вот она петля, смотри. Деньги ты заработать не можешь, чтобы порешать все свои внутренние проблемы, все свои состояния и вообще порешать свою жизнь, тебе нужны деньги, а ты их не можешь заработать, не можешь реализоваться, потому что у тебя блоки, блоки и ограничения. Вот. И пока ты блоки не уберешь, ты это ничего не порешаешь. А блоки убрать самому невозможно, потому что операцию себе на мозги произвести сам человек не может. Нужен специалист, который будет направлять, который знает, что делать, знает, как делать, куда идти, куда двигаться. Поэтому ты находишься в этой петле, причем очень-очень долго. И при этом ты еще теряешь свое здоровье. Потому что все твои внутренние эмоциональные состояния, они тебя потихонечку снутри убивают. Вот, потом болячки вылазят. Вот, потом всякие раки там получаются, еще что-то там, вот эти вот неизлечимые заболевания. Вот, и все. А в индустрию попал, медицинскую, и считаю, что тебя нет. Поэтому смотри, вот эта твоя жизненная петля, в которой ты находишься, да, вот ее можно решить, причем, ну, достаточно так не очень легко, но возможно. И для того, чтобы это сделать, тебе нужно работать вот с самим собой, со своим мышлением, со своими внутренними состояниями, прорабатывать вот это дерьмо, которое у тебя было в детстве,
прорабатывать все то, что с тобой сделали с детства. И тогда твоя жизнь поменяется. И для того, чтобы это сделать, тебе первый шаг, это нужно перейти в мой профиль, найти там ссылку, либо написать мне в директ и оставить заявку на консультацию. И на консультацию уже будем смотреть, в каком ты состоянии, что с тобой происходит, как вот тот пиздец в твоей жизни влияет сейчас на твою жизнь, как пиздец в твоем детстве влияет на твою жизнь. И будем тебя чинить.